Всем добрый день, с вами Нацер, и сегодня я решил записать подкаст. Блин, я никогда не думал, что я буду записывать подкасты, но так как на моем канале уже не 6 подписчиков, а 41, значит, людям нравится мое творчество, и надеюсь, они будут со мной дальше, то есть они не просто пришли, подписались и ушли. Я говорю это потому, что у меня на канале в последнее время за этот год перестали выходить видео. Это не потому, что я потерял все, что я делал там. У меня был трудный период, и когда этот трудный период прошел, то есть... Я начал выкладывать видео, я выложил очень старое видео про Крэша. Ну, в общем, и потом я выложил видео про Final Fantasy и выложил часть покемонов. Я не знаю, какое количество людей смотрит Final Fantasy или мои другие проекты, но я уверен, что большая часть людей тут из-за покемонов. Дело в том, что... Не всегда получается снимать с кем-то. Одному снимать покемонов — это не мое. Мне нужен кто-то, с кем можно разговаривать. И вот из-за этого я не могу снимать покемон. Прошу прощения за кашель. Я заболел. И вот когда кто-то может мне помочь, мы с ним снимаем. Вот так появилась первая часть, когда я снимал с Сашей. Извините. В общем, что еще могу сказать? По Final Fantasy я могу сейчас ничего снимать, потому что мне очень плохо. Я вот только встал с кровати и решил записать подкаст. В общем, насчет ночных похождений они будут, но... Я пока их не снимаю, потому что у меня Мегамен Зеро. Ведь мне нравятся более русские версии игр, чем английские. Потому что, да, я могу там перевести слова, я могу перевести предложение, могу рассказать сюжет. То есть, чтобы вам было интересно играть в английские игры, если вы не знаете английский. Но не в этом суть. Я не могу перевести слово в слово, так как я еще не супер продвинутый этот человек. Я учусь всего лишь в 7 классе, и такой я, так что не надо меня винить и так далее. Я Мегамена Зеро буду снимать с Машей, которая не может в любой момент отказаться от этого, уйти там, не знаю, куда хочет. То есть я не могу с ней договориться в последнее время, то есть даже покемонов снять. То есть у нее никогда нет времени, там проблемы... Могу что-то снять с Саши, но это очень редко, потому что Саша хороший, но бывает таким идиотом. Просто Саша. Насчет Альтаира. Я очень хочу пройти его вместе с вами. Но так как у меня нет ни айпада, ни ДС, я, к сожалению, этого не смогу. Вы сами видели, какие у меня лаги. Если вы смотрели первую часть Альтаира, то видели, что в конце, когда я прибыл в Дамаск, у меня звук лагал. К сожалению, у меня ноутбук, и он довольно плох. Если у меня будет компьютер, я продолжу снимать Альтаира. Так что не разочаровывайтесь, когда-нибудь он будет. И, наверное, Альтаир будет уже с русской озвучкой. Ну, я буду озвучивать. Не думайте. Ну, во время игры, короче. Так как и первую часть я озвучивал, просто я забыл настроить микрофон. И я подумал, что напишу ли зовут комментарий, чтобы могли американские люди посмотреть. Ну, всем, чтобы было интересно. Насчет Pokemon FireRed. Многие помнят, что у меня еще был покемон FireRed, и у меня мое терпение закончилось на 5-й части. Не волнуйтесь, он будет,
тоже я планирую, когда закончу сапфир, уже начать с него, потому что мне нравится покемон FireRed, и помимо сапфира я хочу собрать весь покедекс Канта. В общем, потому что это ностальгия, и это вам не какой-то XY, который не очень-то, а просто интересная игра. Так что FireRed тоже будет. Не отписывайтесь, оставайтесь на канале. Скоро, наверное, будут еще какие-то новые игры. Наверное, я введу, если у меня не будет каких-то вещей. То есть, наверное, я буду снимать четвертую финалку. Может быть, даже. Может, буду снимать Сэма и Макса Beyond Time and Space. Начну переходить уже в 3D мир ретро-игр, то есть, чтоб потихонечку, а то все знают, что YouTube банит, и я не знаю, какая музыка, что банит в финалках, я кристальную тему, но та, что там играет в менюшке, я ее пытаюсь как можно быстрее прокрутить, чтоб, не знаю, не было саундтреков, я не знаю, что нужно делать с ним, как-нибудь я это узнаю, но я буду пока переходить потихоньку. Да, я буду играть в старые игры, может, вы их даже прошли, но почему бы вам не посмотреть и не дать мне пару советов? Лишняя помощь никогда не помешает. Ну, наверное, после, может быть, будет Tales of Monkey Island от Telltale. Да, я просто обожаю Telltale, я прошел The Walking Dead, мне нравится The Wolf Among Us, ну, такие игры. Я даже не прочь пройти там что. Если мне понравится Tales of Monkey Island, то я куплю обычный Monkey Island от Electronic Arts. То есть много чего ждет. Покажу тренировки Чопа из Айфрута. Кому интересно, если у кого нету GTA 5, я покажу вам, что делает Чоп в Айфруте. Это очень весело и интересно. Ну что ж, всем спасибо, всем пока. Я не думал, что подкастик будет 8 минут. Наверное, будет приятно, что если люди поддержат меня. Я думаю, всем бы хотелось иметь хороших людей, друзей. Я не знаю. Что ж, всем спасибо, всем пока. С вами был Нацер. Оставайтесь на канале.